Гавань уже близко, но сигналов от... Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией и, похоже, приводят орудия в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтара Тасадар, Джеймс Рейнар. Я вершитель Силендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром. Энтара Тасадар, Силендис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены, но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов – это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейнар. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнар. Мы ждем твоего ответа. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Силендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарство. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим, воздаятель черпает энергию из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль, мы их остановим. Я вычислил местоположение протосских нексусов, которые питают щиты воздаятеля энергией. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Мы полетели. Даешь разбой. Вперед. Колонисты эвакуировали первое поселение, находящееся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Протосы добрались до следующего поселения, сэр. Брось с дороги! Это по мне. Непременно. Щиты воздаятеля отключились. Пора нанести удар. Что может быть лучше рейда? Скорее в атаку.
Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. Ты и правда талантливый командир, Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Ну что ж, пора прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться, освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Жаль, конечно, что малютка Хэнсон нас покинула. Она почти поддалась моему бунтарскому обаянию. А ты-то что, не думал свить с ней гнездышко? Мы это проходили, Тайкус. Я уже пытался начать нормальную жизнь. И не хочу пробовать снова. Такие сорвиголовы, как мы с тобой, просто не созданы для тихой жизни. Судьба приготовила нам кое-что покруче. Мы снова в эфире. Сегодня у нас есть хорошие и плохие новости. Поток беженцев пошел на спад. Переселенцы нашли пригодные для обитания планеты. А о плохих новостях нам расскажет Кейт Локвелл. Кейт? Что? Мы в эфире? Здравствуйте. Да, Донни, действительно, многие беженцы основали новые колонии и провозгласили свою независимость от Доминиона. Объявляя себя бунтовщиками. Это вполне естественно, Донни. Это простые люди. Кризис вселил в них страх и злость на Доминион, не пришедший им на помощь в трудную минуту. Многие из них хотели бы поблагодарить Джима Рейна. Итак, неблагодарные бунтовщики осваивают пограничные миры. С вами был Донни Вермиллион на канале UNN. Он бы хоть предупреждал, когда эфир начинается. Странные эти беженцы, правда? Ну, бросили их на съедение зергом. Чего беситься-то? Наконец оправились после бегства от зергов и устроились на новом месте. Они сообщили, что следующий артефакт находится на милой планетке под названием Тифон. Он... Тифон. Хм. Неплохо выглядит, а?
Да, сенсоры показывают... Подождите. Что за... Интенсивность излучения звезды подскочила на 500%. Никогда такого не видел. Погоди, Мэтт. Что это значит? Это значит, что через несколько часов звезда взорвется и превратится в сверхновую. А до тех пор планета будет охвачена волнами огня. Огонь. Почему всегда огонь? Есть и хорошие новости. В этом районе у нас значительные запасы провизии, поэтому вам не придется строить хранилище. Ну, хоть что-то. Итак, где наш артефакт? Вот здесь. Прямо посреди целой тучи протосов. Мы можем перемещать мобильные здания, чтобы не попасть под волны огня. Все, что не сможем увезти, придется разбирать на материалы. Ты что, спускаться туда собрался? Не дрейфь. До взрыва солнца еще несколько часов. Тогда давайте заберем артефакт и смоемся, пока эта ваша королева клинков не заявилась. Эй, ковбой, ты зонтик от солнца захватил? Свон, сейчас не лучшее время для шуточек. Да не горячись ты. У меня для тебя очередной подарочек. Банши. Девочки обучены истреблять наземных противников и маскироваться умеют. Ты их полюбишь с первого взгляда. Берегись протосских пушек. Они засекают замаскированных банши. Апокалипсис сегодня. Врёшь, не уйдёшь. Прекрасно. А теперь ставим базу и начинаем охоту за артефактом. Священных реликвий. Черт, только не эти талдаринские живчики. Совершенно не умеют вовремя остановиться. Конечно. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Разнесем их плохие! Огромными! Вечных снов! Как конфетку ребенка! Артефакт у нас. Пора убираться отсюда. Будем преследовать тебя по всей вселенной, Джеймс Рейнор. Даже если мы убьем тебя 1000 раз, это не искупит твоего бессмысленного святотатства.